Здравствуйте, сейчас я вам покажу карнавал микс. Цена за килограмм 665 рублей, в упаковке 12 килограмм 300 грамм, количество единиц упаковки 31, себестоимость 1 единицы 264 рубля. Так, я считала за себестоимость, то есть упаковку целую, то есть в некоторых упаковках есть прям полностью костюм и с аксессуарами вместе. Вот отдельно, допустим, парик на евро 2016. Вот такие вот типа сапоги на резинке, как кот в сапогах. Есть костюм в упаковке лепрекончика на примерно 5-6 лет на мальчика. Вот такой вот пчелка примерно на 2 года со всеми аксессуарами. То есть очень отлично подойдет для утренников, для новогодних каких-то праздников, на елке. Парик Monster Heights на девочку. То есть здесь даже есть такие, которые подойдут, вот, допустим, Zero на мальчика примерно 11 лет. То есть тут полностью костюм вместе с чехлом. То есть он... Все аксессуары здесь. Также есть коробки, в которых полностью тоже Д'Артаньян. То есть тоже со всеми, даже вот пояс есть. Но это примерно на 4 года. В садик. Здесь много еще есть хэллоуинских костюмов. Такой тоже на девочку. Такой костюм. Примерно 2 года. Тоже со всеми причиндалами. Красная шапочка. То есть это все тоже упаковано именно вот в эту коробку. Есть на малышей вот такие костюмы. Это до 2 лет. Такая белоснежка. То есть вот так вот идет на 4-6 лет. В упаковках очень многие, 36-38 размер костюм. Вот костюм, я не знаю, кто это. То есть вот такое вот платье, и к нему парик, шапочка и еще какая-то накидка сверху. Это примерно на возраст, на рост 170. Тематические всякие вечеринки. Такой есть с плечиками, возраст, рост 152 к нему, штучка, и вот аксессуары. Платье ведьмы на Хэллоуин, такое платье ведьмы с паучком. Такой купальник для выступлений. Такие очень дорого стоят в магазинах, в специализированных от 6000. Такая феечка в упаковке. Такой принцесса. Тигра. Там еще есть где-то тигра. Санта-Клаус, только без аксессуаров, только костюм. Крылья. Крюк. Вот такая форма на мальчика. Такие уже костюмы. Без упаковок. Есть костюм на девочку восточный.
такой вот шапку еще. Просто пончо мексиканское. Костюм Бэтмена. Даже вот есть его плащ. Это же из Незнайки. Жилетик симпатичный. И у него даже есть, как он, пончик, что ли? Да, пончик там ходил вот в таком. Такой костюм Дракулы. Вот такой ведьминский. На девочку. Такая штучка. И вот такой костюм слитный. Кощея. Ну, не Кощея, у них как-то он по-другому называется, но у нас Кощей. Вот, даже с этикеткой. Ну, вот это уже примерно на рост 170. Спасибо за внимание.